привет. Всем привет. Змеи ездят, друзья мои. Поставить цветочки. Путешественница. Решили выпить кофейку. Ну как у нас проходит праздник? На отношениями в семье нужно работать. До встречи. Всем привет, друзья мои. Сегодня я была на встрече с русскоговорящими города Мерсин. Встреча пошла очень насыщенная, очень интересная. Мы познакомились. У нас было немного, но очень интересные девочки. Я сейчас возвращаюсь домой пешком, чтобы немножко познакомиться с городом Мерсин. И вам покажу тоже районы. Это район Йенишехир. Встречались мы в хамаме, где я была на процедурах. И вот сейчас возвращаемся домой. Хозяйка хамама нас пригласила на чаепитие с сладостями, с вкуснятинами, которые приготовила сама. И мы все довольны общением. Поэтому я и не снимала, потому что, может, это не каждому понравится. Чтобы были все спокойны, не напрягались в моем обществе. Сейчас мы идем вот в район Йенишехир. Здесь очень много, я смотрю, новостроек тоже есть. Ну, я не думаю, что это новостройки, тут дома уже такие, по, наверное, по 5 лет. Но красивый район. Особенно эта зеленушка. Все это красиво. Не, не бойся, Аллочка, я вас не снимаю. Я снимаю. Ага. Идем по прямой. И посмотрите, вышли в такой райончик, где старые дома. Ну, это, естественно, новостройка. На нас смотрят, как на туристов. Надеюсь, нас не побьют в этом районе. Ярких женщин, красавиц. Нужно на ту улицу пойти. Пойдем, ну, давайте на ту, чтобы им спокойнее было. Решили пойти свернуть налево. Но не в прямом смысле налево. В таком райончике такая красивая тачка. Да, это центр. Мы находимся в районе форума. Двигаемся по карте в правильном направлении, надеюсь. И вот такие тоже дома мы рядом с новостройками. Виноградник, инжир. Какая красота. Где мы живем? В раю? А как с турчанкой сейчас разговаривали? На пальцах, на жестах, да? И с розой. Ну, ей не покрасили лак, да? Она только не почистили. А, не хотят они, нет, только почистили. Она сказала, что сейчас молится, сейчас у них какой-то лет. А, нельзя им, да, не некоторым. Не надо свадьбу делать, не а френч, маникюр. Понятно. У меня первая клиентка, у меня с почином. Поздравляю. А ваши работы красивые, мне этот отправила на Айнур. Да, я крутая. Вы там тоже занимались, да, в Петербурге этим? Я вообще этим? Преподаватель международного уровня. Инструктор с правом преподавания. Я в Питере, у меня был учебный центр, салон. Сейчас мы разговариваем, я записываю, и вас не видно, вы не против да, будете? Да, ради бога. Будет инкогнито. Кто да. это такая, скажут мне, спросят меня. Ну, просто очень сильно климат не подходил. Я очень болела последние годы. Ага, в Петербурге. Куда, да, искала, куда переехать. Мы уже и наши Сочи, Крым рассматривали. Угу. Съездили несколько раз, посмотрели там книжку и все. И на Филиппины мы смотались, думали туда перебираться. Но мама была против, моя и мужа. И поэтому быть далеко, где ваши Филиппины, уже что-нибудь поближе ищите. Угу. И мы пока просто решили. А как вы на Мерсин наткнулись? А мы купили, мы продали мою квартиру, я прописывалась к мужу, делала документы, потом новый загранпаспорт. Угу. Вот, а он съездил с деньгами сюда, мы купили ему путевку, ну, туристическую, угу, на неделю. Я договорилась с риэлторами разными, в Алании, в Анталии, здесь в Мерсине. Он туда прилетел, походил, посмотрел, приехал в Мерсин на автобусе, тут ему больше понравилось. А YouTube такие... вы смотрели про Мерсин? Да, да. Меня не увидели там раньше. Я вас видела. Да? Да, конечно. А, наблюдались. Я вас раньше, конечно. Угу.
Но вы же недвижимостью не занимаетесь? Да, да, конечно. Да. Недвижимостью я не занимаюсь. Почти пришли до трассы. Ну, зато пообщались, познакомились с Аллой поближе. Сегодня хорошо, не жарко так. Плюс 30, вообще комфортно. Мои дорогие, мы шли с Аллой, она увидела маршрутку. Быстро, быстро, говорит, садись. Села я и не на ту маршрутку. Повезли бы мне опять туда, в хамам, в этот салон, в спа. Пришлось мне выйти, я зашла в эти магазинчики, посмотрела, ничего мне не понравилось. И вот иду сейчас пешком. И со Шхемом поговорила. И он слопал, я говорю, что ты кушал? Он говорит, пиццу, пиццу, что ты приготовила, ему очень понравилось. Всю, говорит, доел ее. Я говорю, ну, приятного аппетита. Сейчас думаю, пойти на берег прогуляться или на маршрутке поехать. Вот не знаю, что решить. Выхожу с дома очень редко. И не знаю, как мне быть, а? Как мне быть, друзья мои? Такие машинки здесь, а? Такие машинки. А, красота. Автобус едет, наверное, сяду. Машинки. Honda. Салоны. Первый раз в таком состоянии, не знаю, что делать дальше. Перегрелась, наверное, на солнце. Так не хочется домой идти. Голова не работает, отключилась. Я заметила, что в Турции принято парковать на тротуарах машины. Поэтому у них такие большие тротуары, наверное, что они паркуют здесь машины. Вот это минусы Турции. И водители чувствуют себя королями этих машин. А вот это вот Medical Park. Сегодня у меня получилась с вами такая экскурсия. 100 раз я показывала, но сегодня более-менее так все подробно. Этот Medical Park, который меня не принимал. Вот нужно сейчас пойти и сказать. Вы помните? Вы мне отказали 2 года назад. А сейчас я не хочу с вами работать. А напротив вот такие вот дома старенькие. Здесь не знаю, сколько стоит. Вот эти урны для стеклянных, пластиковых. Вот Medical Park. Medical Park. Элитная частная клиника. Приезжают сюда на такси. Так вот. Так, я что-то устала сегодня. Столько часов мы сидели, разговаривали. Пришла домой и за ужин. Захотелось мне соуса с картошкой, без мяса. Вот так вот. Так это все выглядит сверху. Я петрушечкой посыплю потом. А Шхему приучаю к зеленушке. И вот к нему плов. Будем скоро ужинать. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.